Ребятушки, всем привет! Нахожусь на даче, занимаюсь в данный момент сейчас кальвадосом, ребята. Делал сидр, выжимал. Это виноградик у нас, выжимал этот сок. Смотрите, там на канале видосики есть. Процесс идет. А дробина, которая осталась, будем делать кальвадосик, ребята. Сейчас я покажу. Вот такая, ребятки, дробинка. Вот она. Добавил сахарка сюда. Где-то процентов до 20, по-моему, догнал по сахару. Добавил немножко дрожжей. В этот раз добавлял, ребята, пивные дрожжи. У меня оставались на пивных дрожжах, ребята. Все нормально. Сейчас, конечно, попрохладней стало. Короче говоря, было сколько? 140 килограмм яблок, ребята. Дробины получилось. Сока надавил я. Около 50 литров сока. А вот остальное это, ребята, дробина. Это вот в маленькие емкости я поставил. И еще бочечка. И вот такая вот 250 литров. Есть бочка. Ну вот сколько есть. Такая получилась густая брага, ребята. Потом мы ее будем сцеживать. Но в принципе отлично. Отлично все идет. Сейчас в принципе вот похолодание. Градусов 12-13 тут вот. Не, ну днем понятно жарко, а вот сейчас в данный момент тут 12-13 градусов. То есть брожение идет не бурно, это наоборот хорошо. Когда вот жарко было, сбраживал я грушу. Ребята, ну, сильное брожение, оно начинает быстро бродить, набраживает метанол. Это нам не надо. Вот медленное брожение, ребята, это то, что надо. Вот. Потихонечку бродит, выбраживается. Пусть она бродит там будет недели, две. Сколько будет бродить. Там будем уже выгонять. Но аромат хочу вам. Тут два сорта яблок. Чемпион яблоки и Глостен. Глостен, по-моему, так правильно называются они. Глорстен или Глостен. Аромат сумасшедший. Так что, я думаю, получится неплохой у нас кальвадос, ребята. Так что, вот такой видос. Яблок в этом году много. Так что, ребята, ждет нас еще много работки. Так что, ребятки, вот такие домашние напиточки. Кому интересно, как варить пиво, делать сидры, кальвадосы, вино, подписывайтесь на канал, переходите на видосы, задавайте в комментариях вопросы. Будем вместе делать шедевры. Всего хорошего, до новых встреч!